наступили холода, и вот дочке в школе дали такую бумажку. Тут написано, что нужно сделать садоку, пожертвование, помощь бедным людям, бедным семьям. Кто чем может, теплая одежда, одеяло, продукты. Ну вот, мы тоже тут. Купили все, что касаемо Кистры. Вот муж понес, школа закрыта, но он передаст там. Также купили продукты. Ну там рис, чечевица, фасоль, все, что они едят. В Алжире очень много беженцев из Сирии и Ливии, а также просто бедных людей, у которых очень много детей, потому что государственная поддержка здесь очень слабая, а сейчас у нас дорогой век. Но здесь очень много пожертвований, неравнодушные люди помогают. Так что давайте оглянемся вокруг и будем чуточку добрее.